Уважаемые гости и участники 29-й ежегодной городской специализированной выставки ярмарки «Недвижимость-2013», для торжественного приветствия слово предоставляется первому заместителю руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Рындину Олегу Витальевичу. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые строители, уважаемые девелоперы. Та деятельность, которая сейчас ведется департаментом совместно с участниками рынка недвижимости по совершенствованию планировочных решений, по энергоэффективности, по доступности мономобильной группы населения жилых объектов, по их пожарной безопасности и вообще безопасности проживания, надеюсь, даст новые плоды повышению качества жилья для москвичей. Спасибо за внимание. Рад приветствовать всех на выставке «Недвижимость». И если посмотреть на стенды, которые сегодня перед нами, то это Путилково, Пятница, Павшинская, Королев. Это основные объекты, которые мы сегодня видим в области. Со всеми этими застройщиками мы встречаемся на стройплощадках. Но вместе с тем, понимаем, насколько сегодня важно показывать перспективы развития рынка, более того, формировать спрос, формировать какие-то правильные решения, которые покажут новые инвестиционные направления вложений. Понятно, что сегодня рынок недвижимости, он сложен и он разорван. Мы предоставляем качественную услугу по застройке, и сегодня явно отстает эксплуатационная услуга, которая также должна быть востребована. Завтра мы принимаем городской бюджет. Адресная инвестиционная программа сокращается на 75 миллиардов. Сокращаются и общие поступления в бюджет. Это не предел. Таким образом, у нас сейчас очень большая надежда на частного инвестора, на частный бизнес, поскольку проблемы с бюджетом будут продолжаться в силу и определенных сложностей с моделью развития нашей страны и с определенной международной конъюнктурой не по вине города Москвы. Я считаю, что плодотворное сотрудничество бизнеса и власти сейчас особо необходимо. Успехов вам! Нам, исполнительной и законодательной власти, надо обеспечить площадки, обеспеченные и градостроительными планами земельных участков, обеспеченные проектами планировки и, конечно же, генпланом и правилами землепользования и застройки. Я думаю, если мы все это обеспечим, то строители придут, построят, а риэлторы продадут, и наши очередники тоже получат так нужные им квартиры. И в Старой Москве, и в Новой Москве, и в Подмосковье, в Московской области. Потому что все основания для этого есть. Та стабильность, которая возникла уже много лет тому назад, она не подвергается никакому сомнению. И все те участники, которые были с нами и открывали первую выставку, это крупные девелоперы, крупные строители, крупные риэлторы. И как положено для рынка недвижимости, огромное количество финансовых институтов, которые сопровождают все наши сделки. И по-прежнему у нас работает консультационный центр, абсолютно бесплатный, и где может каждый человек получить необходимую информацию, необходимую консультацию. Объявляю 29-ю ежегодную городскую специализированную выставку-ярмарку «Недвижимость» открытой.